Я бы сказал, что основной упор в 2016 году будет сделан на интеграцию систем безопасности, как железа, так и софтовых решений в BIM-модели. Как проектировщик, работающий в BIM-моделях, я понимаю, насколько необходимо сейчас добиться именно глубокой интеграции оборудования, приложений в наши BIM-модели. В настоящий момент правительством Российской Федерации принято решение о глубоком внедрении BIM-технологий в практику строительства как бюджетных объектов, так и коммерческих объектов. Поэтому мы, как проектировщики, строители, мы вынуждены дорабатывать, разрабатывать проектные решения, решения по оборудованию, которое будет использовано в наших моделях, в наших проектах, чтобы все это было интегрировано в BIM-модели. Именно сейчас правительству ставится задача довести степень детализации, степень применения BIM-технологий до такого уровня, чтобы бюджетные объекты, как минимум, и коммерческие объекты все реализовывались в BIM-технологиях. Мне очень понравилось на форуме, во-первых, потому что здесь представлены компании и люди, которые обычно на наших строительных выставках отсутствуют. То есть я сталкиваюсь с людьми, которые не ходят на выставки, на которые обычно хожу я, на те форумы, где я обычно бываю, связанные с BIM-технологиями, связанные с проектированием. Поэтому, расширяя свой круг общения, расширяя людей, с которыми я общаюсь, мне очень интересно и немножко даже необычно.